состояние души перед покаянием. Даруй, Господи, душе, чтобы она не забывала грехов своих и чтобы смерть не владычествовала над нею. Через обольщение страсти входит в душу заблуждение и смущает ее. Вследствие этого забывает она грехи свои и незаметно увлекается в новые пороки и по забвению дел своих подвергается страданиям и скорби. Вторгается смерть и простирает над ней покров тьмы, чтобы душа не могла ничего видеть, коварно облекает ее в этот покров и потом во мраке показывает ей грех, чтобы душа привязалась к нему и утратила величественную красоту свою. Вливает в нее горькое уныние и тем гонит от нее чистоту и покой. Душа же, приведенная в смущение, грешит, сама того не замечая, потому что во мгле заблуждений кружится она, как оцепеневшая, и в этом оцепенении теряет путь добродетелей. По собственной вине, одевшись облаком неправды, душа блуждает во грехах, неразумевая дел своих и не замечая окружающей ее тьмы. Но как скоро коснется ее луч всеоживляющей благодати, душа приходит в ужас, вспоминает сделанное ею и возвращается с опасной стези. Тогда видит душа неправды свои, познает гнусность покрывающих ее скверн и, сильно желая возвратить себе утраченную красоту, в трепете бежит из тьмы, проливая потоки слез, и прибегает к покаянию.